12-летний мальчик пожертвовал 120 тысяч на оказание помощи пострадавшим при взрыве в Махачкале. Многократный призер чемпионатов по дзюдо Ашахан Хазанатов передал в благотворительный фонд личные сбережения. Ашахан рассказал, что копил деньги на свой день рождения, однако после произошедшей трагедии принял твердое решение о передаче средств пострадавшим. Я копил это в течение 4 месяцев. Мне это дало на соревнованиях за победы. Я это копил себе на день рождения. И я понял, есть люди, которые больше нуждаются в этих деньгах. И я решу эти деньги им дать. Нужно помогать нуждающимся. Это долг каждого дагестанца, каждого россиянина, независимо от возраста.